Всем доброго времени суток, уважаемые! Вы смотрите канал Professional Gamer, а это значит, что сегодня мы, как и обычно, будем играть в замечательный мобильный файтинг Shadow Fight 3. Моя победная серия на сегодня составляет 329 выигранных поединков подряд. И сегодня я постараюсь продлить ее до 340, пожалуй. Итак, друзья, заходим в игру. Сейчас будем искать себе соперников. Хотя давайте я для того, чтобы взбодриться, немножечко хлебну гориллы. Ну вот, нашелся первый соперник. Валек. Такое же оружие, как у меня. Ох ты, зараза, он, смотрите, лечится. Он в шоке. Не может пробить мой доспех. Наверное, думает, что я читер. Мы вот так вот на тебя сейчас с комбой пойдем. Валек, до свидания. Давай начнем вот так вот сейчас с ударов ног. Раз, два. Раз, два. Опа, три. Бросок. Блин, попал, зараза. Ну, чувак. Не поможет тебе то, что ты делаешь. Смирись уже, ты играешь с профессионал геймером. Так, ну вот, серия побед, ребят, 330. И это довольно здорово. Остается 10 побед, и будет у меня 340, как я и хотел. Это у меня задача минимум в сегодняшнем ролике. Так, друзья, перед тем, как найти еще одного соперника, давайте-ка я сейчас посмотрю задание. Так, ну вот, задание. Можно закончить 12 раундов ударом ноги. И, собственно говоря, осталось-то один раунд только закончить, потому что 11 я уже закончил. Давайте выполним это задание, сейчас попробуем завершить поединок с помощью удара ноги. Ищем соперника. Смотрим, каков же будет его стиль боя. Агамуса его зовут. Драться он будет с... Сейчас увидим, чем. С мечом он будет драться. Сразу стреляет. А мы, братан, тоже умеем стрелять. И дамажить можем нехило так. На. И еще раз. И еще раз. И вот так вот. Хорошо. Ну вот, все, задание выполнили. Вот это он улетел от моего пендаля. Хорошо, друзья. Хорошо, выполнили мы задание. Это здорово. Серия побед 331 уже. Так, давайте ждем. Ну, я подожду 6 часов. Для вас это время, конечно же, пролетит вот так вот супер быстро. И через мгновение мы найдем новых соперников. Итак, новые соперники, друзья. Посмотрим, кто же это будет, кому выпадет честь. Честь, скажем так, сразиться со мной, узнать, кто же сильнее. Тоби Каге. Интересный никнейм у товарища.
Наверное, какой-то японец. Сразу откатываемся назад. Хорош. Нет, нет. Дураков нет. Никто на твою мину не пойдет. Хлоп. Мимо. Ну, ставит он мину, ну и что? Сильно далеко, блин. Но я тебя все равно хочу ногами прикончить. Что и сделал. Победы. Так, выполнили мы задание. Скоро смогу, кстати, открыть вот легендарный сундук. Наверное, это будет завтра. Андрип какой-то. Андрюб, ну сложно там прочитать его никнейм. Андрюха будем звать его, короче. Раз, раз, раз. Ага, вот так вот хочешь, да? С броска. А вот так. А вот так. Ну да, вот этот вот удар, он прям вообще нервирует сильно. И тыщ прям в жбан. Вот теперь я буду откатываться назад. В первом раунде я им показал, что я буду драться прям сразу. И все равно вот он достает. На тебе. Но я же успеваю ведь. Да, успеваю. Победы. Давайте сейчас откроем сундук, пожалуй. Выигранный в честных поединках. Самодельное жало, железное копье, подводная маска, Марион, обычный шлем и 10к золотых выпало. Ну что, ребят, не совсем это то, что я хотел. После просмотра рекламы вот выпало 12к золотых, и доспех мусорщика тоже он мне не особо, конечно, нужен, вообще не нужен. Вот, давайте теперь сразимся вот в дуэли. Это, скажем так, тут может попасться, ну, и прямо нубас, и прямо... Не нубас, вот, прямо не нубас попался. Iron Rado 20. Ну давай. Так, ну я должен успевать, да, я успел. И сейчас сразу же во втором раунде
меняем тактику. Показали в первом раунде, что будем драться прямо сразу. А тут мы прямо показываем... Ай, блин, все равно он попал по мне, засранец. Раз, раз. Еще раз. Ну, на этот раз, братан, тебе крышка и очень быстро. Проиграл Айрон Раду. 20. Серия побед 334. Не особо, конечно, это надо было сейчас. Но подрался, потому что вот хочу сегодня, чтобы серия моя была 340 побед. Посмотрим, может, будет чуть больше. Вот, давайте сейчас, ребят, сделаем еще раз перерыв на 6 часов, после чего вернусь снова к съемкам, найдем оппонентов, подеремся, ну и посмотрим, как это будет. Так, в этот раз, сражаясь со своими соперниками, я попробую больше драться ногами. Ликвидатор. 23052. Ну, вообще, неплох этот товарищ. Видно по нему. Да, ну вот получилось у меня хорошо подраться ногами. Несколько это было как-то вот не так, как я хотел. Раз, раз. Бросочек он мне произвел. И еще раз. Ну давай на дистанции, раз ты хочешь. Ну, не тот этот товарищ, против которого надо было драться больше ногами. Хотя я все равно это исполню. 335 побед. Посмотрим, кто будет следующий соперник, с каким оружием он будет драться. Джейр Флекс. Тоже непростой товарищ. Ага, он будет у нас с... двумя мечами. Ну давай тоже вот так ногами. Ну да, сейчас будет обмен. Опа. Вот так вот. Друзья, среди вас есть те, кто умеет хорошо сражаться с этим вот оружием, которое у Джер Флекса. Ой, блин, ну сам виноват. Вот так. Неплохо, неплохо. Почти не задамажил меня Джер Флекс. Зачем он впереди своего никнейма две буквы J написал, непонятно. Серия тем временем побед моя составляет 336. Довольно это неплохо. Чую я, кстати, что в этом редком большом сундуке будет что-то хорошее. Алин Рэп. Интересный никнейм. Алин Рэп. Ага, когти. Так, что будет сейчас сразу напрыжечка, да? Бросок. Ой-ой-ой. Товарищ, что умеет драться у нас. Ладно, хорошо. Этот удар был прям отличный с его стороны.
А вот с моей стороны отличный удар. Еще один раунд есть у Алинрэпа, чтобы более как-то достойно проявить себя. Ну давай, хотел же драться ногами. И я это показал, как я это умею, идеально. Вот сколько вот за собой замечаю, что иногда я сам по себе расслабляюсь. Нужно более вот собрано играть, не расслабляться. 337 побед, ребят. Друзья, к сожалению, 338 поединок мой не попал в это видео по той простой причине, что произошел у меня технический сбой, банально, тупо просто позвонили мне на телефон и отвлекли меня. Это было вообще прямо, блин, печалька. Ну ладно, ничего страшного. В конце концов, поединков было много, и их еще много будет. Свой 338 поединок я, естественно, доиграл, выиграл своего оппонента. Он, к слову сказать, играл с тем же оружием, сражался, что и у меня, но, к сожалению, я вот сбился со своими комментариями, когда мне позвонили, да и запись у меня запортачилась. Вот, ну ничего, как я уже говорил, впереди у нас еще много интереснейших и зубодробительных поединков. И перед началом последних моих поединков давайте прокачаем наконец-то... можем прокачать. Все-таки можем прокачать мой воздушный лотос, мое любимое оружие, эпический цепной нож. 9557 сейчас атака. Ух ты, ничего себе будет! 9869, это просто чума, ребят. Конечно же, прокачиваем. И не жалко абсолютно теневую энергию. Да. Также, кстати, не жалко будет мне сейчас и кристаллы-то потратить, собственно говоря, на то, чтобы... Я их сегодня уже порядочно, я сегодня много играл. Но это было не под запись, я там проходил марафоны, вот эту лисью охоту проходил. В общем, нормально, скажем так, подзаработал кристаллов. Погнали. Интересно, Виталий Жук. Блин, такой товарищ-то серьезный этот Виталий Жук. Ну давай, посмотрим сейчас, как будет дамажить мой воздушный лотос. Так, 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 братан, ты в шоке? А что ты стреляешь-то? Ты там спрятался, блин. Встал там возле двери. Виталик Жук, сегодня не твой день. По крайней мере, это видно в первом раунде. Хотите? Подкинул у меня чуть-чуть, но... И все, видимо, на этом. Да, больше он ничего особо не навязал свои теневые способности. А я вот заюзал и первой же способностью поставил точку в нашем противостоянии с Виталием Жуком. 339 побед. Остается еще одна до 340. Так, продолжаем. Нет, нет, никаких реклам. Энергетик 194-601. Понятия не имею, что значат эти цифры. Ух ты, вот это меч у него.
Вот это меч. Так, ну давай тогда сделаем вот так. Раз, раз. И на матрас. Опа, получив бубен. Получи вот так. Тебя жизнь ничему не учит, что ли, братан? Ну вот, наконец-то. Вот он уклонился. И сейчас вот я поп... Ах, не получилось у меня. Я хотел закончить поединок, точнее раунд, ударом ноги в прыжке. Собственно говоря, я все равно закончил поединок ударом ноги, только не в прыжке. Абсолютно сейчас не стараюсь. Ну, когда чувствую, что соперник слабее, начинаешь немножко это расслабляться. Вот это прям моя привычка, не первый раз уже говорю об этом. Ладно, 340 побед есть. Пришел я наконец-то к этой цифре. Но можно еще сразиться. Один раз. Давайте это сделаем. Камиль Остюрк. Ну, это турок. Ой, блин, с палкой. Как я не люблю этих засранцев с палками. А что ты стоишь-то, братюня? Ну, наконец-то. Хоть что-то там исполнил. А-ля Ван Дам. Так, сейчас сразу отпрыгиваем. Опа! Опа! Нет! Дураков нету. Ну вот сейчас попал. Камиль Остюрк. До свидания. Так, серия побед 341, и еще чуть-чуть, и... Перехожу я в другую лигу, ребятушки. Давайте открываем сундук, смотрим, что здесь. Ну, это, конечно же, не то, что я ожидал все-таки. Так, сейчас я просмотрю рекламу. После просмотра рекламы тоже не выпало мне то, что я... То, чего хотел, мне всегда редко это выпадает. Вот, именно в сундуках. Ну, вот зато 12к золотых монет. О, мы выполнили задание. Давайте-ка посмотрим. 19 тысяч монет, да, мы заработали. Можно забрать 4 синих ключа. А что еще можно сделать? А, ну, открыть 5 дуэльных сундуков. Это уже не сегодня. Откройте сундук заданий. Вообще-то, наверное, на сегодня нужно уже заканчивать. Или давайте еще прям вот на сегодня, самый последний вот именно на сегодня поединок. Так, а мы можем что-нибудь сейчас, подождите, еще купить перед боем? Так, 34 тысячи стоит 5 ключей, ну давайте... Вот, приобрели мы ключики, потратили денежки, и давайте, последний поединок на сегодня, Лукас, вот с Лукасом я точно раньше дрался. Ну,
Но это было в другой лиге. Плохо, плохо ты напрыгнул, Лукас. Бах. Идеально. Вот всегда, когда выигрываешь так своих соперников, и их это начинает сразу дезморалить жестко. Они думают, ни хрена себе, кто это против меня играет. А против него играет Professional Gamer с ником Самурай. Так, ну вот сейчас да, он немножечко это приборзел. Уклоняемся. А, нет, он даже решил напрыгнуть пузом на мою солярную бомбочку и поэтому проиграл. Так, ребят, ну все. На сегодня, пожалуй, более чем было поединков. Плюс я еще сам сегодня много играл. 342 победы. Это моя серия победная на сегодняшний день. Всем спасибо, кто досмотрел до конца этот видеоролик. До встречи завтра. Завтра опять уже ближе к вечеру что-нибудь выложу. Продолжаю активно играть в свою самую любимую мобильную игру Shadow Fight 3. Надеюсь, что вы тоже, уважаемые зрители, эту игру обожаете так же, как и я. Надеюсь, что смотрите меня, будете ставить лайки, подпишитесь на канал, если еще и не подписаны. В общем, всем еще раз спасибо большое за внимание. До новых встреч!